Здравствуйте, дорогие друзья! Хорошая новость. Я недавно изобрел рецепт изготовления курта. Я кушал как-то салат греческий, а там есть фитакса, сыр. И я, кушая эту фитаксу, вспомнил вкус курта. В детстве жили у бабушек, дедушек, и бабушки изготавливали курт вручную, потом выставляли на крышу землянки, сушиться тоже мог где-то, сколько там, недели две, наверное. Ну, у нас терпения не хватало, мы на второй-третий день лезли, кушали. И вот этот вкус 3-4-дневного подсушенного курта, который бабушка делала, и фитаксы, один в один был. И я понял, что, скорее всего, фитаксы это полуфабрикатом может послужить. И сразу купил фитаксу, нарезал, высушил его, и получился курт, самый настоящий. Я сейчас видео запишу, покажу, как это практически делается. Ну, вот я в Италии живу 3 года 8 месяцев, да. Это, здесь в Италии 600 видов сыров, оказывается, изготавливают, представляете, да? Ну, вкусовые предпочтения у всех людей формируются с детства. Самым подходящим для нас оказался это буратто, такой на сметану похож, да, горгонзола тоже такой подходящий. Ну вот, в Казахстане делаются немного видов этих сыров, там рымшик это творог и корт, корт это твердый сыр. Так вот, из 600 этих видов итальянских, я не знаю, может быть, я не все их попробовал-то, я попробовал 20-30 видов. Самым подходящим оказался все-таки фитакса. Таким образом, это фитакса, греческий сыр. Я вот здесь в виде покажу, в каком они продаются в форме. Ну, в рассоле продают здесь в Италии, там по 2 килограмма, прямо нарезанные вот эти, по 200 грамм. Можно подбирать, там разные бывают. Бывает, я знаю, в рассоле прямо кубиками. Это опытным путем вы сами подберете. Главное, когда несколько видов попробовать, и фитакса тоже разные бывают. Но самое главное, что фитакса продается по всему миру, во всех магазинах есть. Таким образом, рецепт изготовления сыра позволяет везде практически делать курт. Курт – это очень не просто вкусный продукт, да, но и главное, он полезный для желудка, это любой гастроэнтеролог скажет. Единственное, не тот курт, который сейчас у нас в Казахстане делают, знаете, 90% это вообще не курт, пересоленный, сбалансирован должно быть это. Единственное, я вот в Казахстане когда жил, всегда искал и покупал, по всей стране ездил, на теже курт, это темиртауского производства, очень такой вкусный, как с детства такой, да, будем говорить. И что это важно, соли достаточно, не пересоленные, так будем говорить. Я покупал и других производителей фабричных, которые делают, но у них тоже у всех пересоленные, вкус не то. А то, что натяжи делает, это самое то, это курт из детства. Ну, последний год, когда я был, в 2017 году, магазины обходил, и курт пропал. Я спрашиваю продавцов, что такое. Ну, говорит, не поставляют Темиртау, они, говорит, сейчас на экспорт поставляют курт. Это хорошо, это значит, за рубежом тоже оценили наш курт. Это если бы вот технологию соблюдали бы люди, они бы учились бы, как вот тот же натяжи хотя бы делали, то это экспортный продукт был бы. Мы же покупаем итальянские сыры, голландские сыры и т.д. А этот казахский сыр, вот этот курт, тоже мог бы экспортным быть. Ну, хотя бы у нас в Казахстане сделали бы, да, вот до чего, вот, знаете, это еще раз, куда ни коснись, вот это у нас бардак. То, что 90% продают, это не курт, это пересоленные шарики какие-то, даже заводские, а то, что на улицах продаются, там, знаете, ну, антисанитария, чего только в этом курте нет. Но самое главное, слишком много соли. И вы спрашиваешь продавцов, а почему так много соли? Так пиво же пить, это в самый раз, говорят, даже не понимают, что, знаете, это. Раньше же казахи никакое пиво не пили. Курт – это продукт, курт – это лакомство. Курт – это для желудка, еще раз повторюсь, полезный это продукт. Кстати, эту фитаксу можно и в сурпу кидать. Не зря же раньше казахи именно сурпу кидали, курт специальный, да?
помогает пищеварению. Вот такой рецепт я в виде здесь ставлю. Нарезаете фитаксу максимум до 1 сантиметра, выставляете на балкон, чтобы главное солнце было, ветер. 3-4 дня максимум, и курт у вас готов. Вот кусочки. Слышите, да? Стучит. Можно угощаться самим, можно угощать гостей. Самый настоящий курт. Примите как подарок рецепт курта от партии Халктан, да, с заботой о народе Казахстана. В принципе, не только Казахстан, весь мир может пользоваться, потому что не надо никуда идти. Это покупать неизвестно что. Можно самим делать. Субпродукт фитакса позволяет это делать. Благодарю за внимание. Крепкого здоровья всем. Всего доброго.